Уже пятый год онкологи республиканского диспансера проводят выездные маммографические обследования женщин во всех районах Чувашии. Для чего предназначена эта диагностика, расскажет Татьяна Иванова. Маммографический метод обследования помогает выявить рак молочной железы на ранних стадиях. На этой неделе один из передвижных комплексов работает в Варикова. Сама процедура длится не более 10 минут. Специальной подготовки не требует. За день принимает по 40 человек. Работаем по 4 дня обычно. В четверг уезжаем вечером, в пятницу врачи уже описывают снимки. Маммографическое обследование полагается проводить всем женщинам старше 39 лет через каждые 2 года. Предварительную запись ведут врачи общей практики, участковые терапевты и даже фельдшеры медпунктов. В этом году маммологический онкопатруль в нашем районе в 5-й раз. 80% женщин, подлежащих обследованию, прошли скрининг. Современные маммографы имеют низкую лучевую нагрузку и позволяют сделать снимки в 2 проекциях. Результаты внимательно оценивают специалисты республиканского онкологического диспансера. В распоряжении врачей 3 передвижных комплекса. В этом году рентгенолаборанты выезжали уже 143 раза. Обследования прошли более 5000 женщин. Данная методика диагностики очень востребована, поэтому женщинам после 40 лет, даже при отсутствии жалоб, обязательно нужно проходить цифровую маммографию. Рак молочных желез наиболее распространен среди других видов онкологической патологии. Ежегодно заболевают более 400 женщин. Но уже в 70% случаев врачи выявляют опухоль на ранней стадии, а это залог успешного лечения. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.